Хей, йога, если мешаки, мы продолжаем родить игру под названием Момодора Тотора, блять. Короче, мечта под лунным светом. Я так подумал, давайте я немножечко сделаю погромче, да, игру. Свойства. То мне кажется, она там вообще тихая, ну, если верить индикатору. Расширение свойств. Ну. А ну-ка. Ну, пускай, допустим, так. Ну, блин, игра на самом деле сама по себе тихая, поэтому... О, а тогда коробки не было. А, да, лунный свет. Кровавый. Вы нашли матового жука. Так, сохранено. Ворона улетела. Вы пришли из того леса, где полно бесенят? Хи-хи, интересно. Чем могу служить? Темна кристаллы. Слезы феи, кольцо кондора. А, так, эффект издает звук рядом с тайниками. Нет. Слеза феи. Эффект сопротивления к статусу эффектам. Нет. ID в свое время усиливает атаку на 50%. Нет. Я не знаю, теряем мы все ли при смерти. Поэтому давайте я, наверное, откажусь. Так, сохранюсь еще раз. И погнали вперед. Сразу хрень, которая стреляет сквозь стены, с этой стороны не открыть. Есть еще вот такие вот враги. Ах ты ж, ё-мо. Если... А, я могу проваливаться. Бля, они еще исчезают? Классно. Так, куда-то ворон улетел. Ну, без эмблемы Карста туда не попасть. Ладно. Давайте звездочки собирать. Так, вот эти бочки, ребята. Я до сюда доходил. Я доходил до босса, дальше я не смог пройти. Потому что там уже начался пиздец. Вражеские бочки. О, фантомы. Предметы фантомы. Вы нашли крупицу жизненной силы. Максимум количество увеличилось. Максимум количества вы видите, насколько увеличился. Скажите, довольно незначительно. Им характерен звук. Смех, значит, она атакует. Все, им нужно 3 выстрела. И готово. Так, вверх мне не попасть, да? Я не помню, есть ли что-то... Ох. Призраки, я не помню, они тоже, кажется, атакуют. Но только вот как? Так, не помню, стоит ли вниз падать или нет.
Это, видите, как-то атакует с помощью магии света. Изучи. Вот что это за херь, скажите? Я пытаюсь... Найс. Прочел. Найс, изучил. Надеюсь, вы успели хотя бы прочесть. Когда же это кончится? Ай! Вот смотрите, сколько она мне просто нанесла урона. О! Пиздос. Ну все, я сдох. Если я сейчас нигде быстренько не найду отхильщика, ну это, сейфпоинт. Ну ладно. Пойдет. Ну, в принципе, я бы оттуда упал, если что. Не помню, далеко враг там или нет. Блин, а когда мощные я начну пулять? Так, это чтобы дверь, да, открыть? А, и нужно... Да. Подбежать к колоколу. Все, теперь она будет открываться. И все, ребят, вот это босс, кажется. А, не, это... Да тут, как я полагаю, посланница издалека. Хе-хе-хе. Ахаха, твое истлевшее тело хорошо послужит моей госпоже. Думайте то, что он... Такой легенький. Прыгает себе. Вы ж не забыли про вторую форму, да? Я думаю. А, на вас проклятие. Так, а это я не помню, что делает. А, теперь понял. Вот это вторая фаза начинается. И вот это вот я не смог пройти. Да. Ведьмочка. Я ее не... Ведьма Тлена. Любелла. Я не знаю, что будет. А-а-а. Но я по ее сиськам бью. Я тогда тоже на этой же сложности проходил. Пипец, я ее что, рели побеждаю? Как-то изи. Ах ты, букашка. У меня нет больше на тебя времени. А я ее тогда победить не смог. Окей. А, не, я соврал, ребята. Или нет? Не говорите, что заново. Прошу, умоляю, просто прошу. Найс. Найс.
Найс. Найс, заново, давайте заново, конечно. А на мне еще проклятие в этот момент. Так, сейчас же шары, да, должны полететь? Все хорошо. Ну, то есть босса в принципе можно проходить без получения урона на самом деле. Мне просто главное в сиськах стоять, да и все. И следить, что вообще происходит на карте. Когда я проходил эту игру, ну если я не ошибаюсь, я ее играл в год назад. Где-то да, год назад. Ну, я тоже, кажется, тогда сдох из-за того, что упал. Не, или я не... Не знаю, смотрите, есть два варика. Если я сейчас иду в локацию, где с водой, и там будут, типа, эти домохозяйки, ну как, блядь, ну вы поняли. Уборщицы, прислужницы. Тогда, да, я проходил дальше. Поэтому хер его знает. Найс, тут колокол был. Супер-пупер. Супер-пупер. Плевать. Говорить. Чего ставилось? Я человек, как и ты. Я смотрю, ты не очень-то вооружена. Знаешь что? Ты уже лучше спрятай где-нибудь. Прячься. А меня зовут Кэт. Я рыцарь на службе этого королевства. А, так ты жрица из Лун. Ты хочешь так попросить помощи у королевы? Ха-ха-ха. А думаешь, ее заботит ваша деревенька? Ну, у меня для тебя плохие новости. Ходят слухи, что тут поблизости бродит воскресшая ведьма. Иди дальше в город, очень рискованно. Но если ты так и уже утверждённо решила увидеть королеву, толку от моих советов будет немного. Так, никто больше не хочет оставаться в этом покинутом городе. Все наше королевство теперь будто одно большое могило. С каждым днем умирает все больше людей. У меня почти ничего не осталось больше, кроме воспоминаний о моей сестре Кэтрин. Никто больше не хочет оставаться, бла-бла-бла-бла. Нет. Пойдем сюда. Блин, ну знаете, типа, с одной стороны это стена, да? И как бы оно так и есть. А, фу, я же сохранился. Нихера себе. Опа! Оу! Он мне клином дал. То есть он меня... Считайте... Ударом колена нанес.
Так, думаю, тут лучше отхилиться. Если это авто... Нет, ладно. Тогда... Я думаю, стоит вернуться. Стой. А сейчас у меня вопрос. Хил. Значит, я проходил дальше ведьм, да? Что здесь у нас? Ага, дом. Ладно, давайте наверх сейчас быстренько сбегаем. А потом сходим в дом. Ой, главное, чтобы там босса не было. Нет, потом туда сходим. Говорить. Мне не страшно. Мне не страшно. Блин, видите, типа маленькие проходики, может тут даже что-то и есть, кто его знает. А здесь немного крови. Блин, а у меня... Сорян, у меня денег нету, чел. Я хотел бы у тебя купить колечко. Да, она пуляет сквозь стены. Это довольно плохо. Блин, ну я здесь... За счет перекатов, хотел сказать, могу пройти. Походу, что нет. А, подожди, а я могу тут спрыгнуть? Нет. Так, у нас тогда два варианта. Право либо вверх. Ну, если здесь был мини-босс, давайте наверх. Вот это за хрень? Это платформа? А-а-а. Даже так. Вау! Зараза! Ну что, типа почта? Что? Вау! Тихо. Я собаку не заметил. Вот, блин, понимаете, в чем херня? Если я сейчас вдыхаю, я вздыхаю полностью. Мне туда не попасть. Тогда мне только вниз. Заперто. Говорить. Королевский двор забыл о нас. В простых жителях еще с тех пор, как... На королевство напала крестьяне. Если жизнь тебе дорога, не выходи наружу. Только, пожалуйста, не босс, пожалуйста, только не босс. Не шагу ближе. Ну хорошо. Ты, кажется, в своем уме. Так, ты жрица, и ты желаешь так, аудиенции у королевы? А, добраться сейчас до замка задача не из легких. Вряд ли тебе удастся найти так помощь в этом городе, хотя...
Моя госпожа может тебя направить. Она живет в городе-монастыре среди своих кошек. Ты ведь уже видела, так что стало с горожанами? Все пропало. Страх глубин... Так, губит наши умы. Береги себя. Моя госпожа может тебя направить. Она живет в городском монастыре среди своих кошек. Ты ведь уже видела, что стало... А, ну все. Ну, считайте... Что значит вороны? Мне нужны... Пожалуйста. Покинутый монастырь. Очередной неофит. Ты еще... Так, спасение? Я не ищу спасение. Пожертвовал святому Эсселену спасать тебя на вечный мук. Тебе нужно будет пожертвовать 15 денег. Окей. Мы благодарим тебя, да обрети ты покой. Очередной неофит, ищешь спасение. Мне нужно пожертвовать 15. Да смеялся над тобой, господин. Теперь, когда ее величество губит ее вокруг, мы лишь... Так, меньшинство, многие жители утратили веру в богов. Во всем чем, что виноват лишь она одна. Мне нравится. Так. Все совершенно, святой Эсселин, его воля первая всего. Здесь с нами ты в безопасности. А окажется, что это еще и новые враги, знаете, типа босс. Мне колокол хотя бы. Ух. Ладненько, ребят, давайте, наверное, на этом закончим с вами. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. И ставьте лайки, поэтому всем спасибо и всем пока.